Дорогие друзья, сердечно поздравляем вас с Днем космонавтики. В этом году мы отмечаем 90-летие Юрия Алексеевича Гагарина, открывшего космическую эру человечества. Имя первого космонавта планеты навсегда вписано в мировую историю. И мы горды тем, что, развивая отечественную космонавтику, мы продолжаем дело, начатое нашими предшественниками. Помня о тех, кто стоял в авангарде развития ракетно-космической отрасли, мы не забываем и о тысячах работников предприятий, каждодневный труд которых позволил воплотить в жизнь то, что задумывали наши великие конструкторы. Находясь здесь, в сотнях километров от Земли, мы благодарим за труд и искренне поздравляем с профессиональным праздником всех, кто сделал возможным наш полет в космос и полеты наших коллег. Впереди у нас много новой и интересной работы, которую мы сможем выполнить, только сплотившись вокруг великой цели освоения космоса. Мы желаем всем нашим соотечественникам, коллегам по отрасли крепкого здоровья и благополучия, новых успехов и достижений. С праздником, друзья, с Днем космонавтики! Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин.